Так, ну... Ой, а меня Мария Терезия, королева консорт. Украл женщину, называется. Украл, я закинул тебя соперника, мне некого будет. Король Матвей второй. Да, Матвей, ты знаешь, что ты женат на этом... На Марии Терезии? Да, которая дочь Фала. Ооо, ру, ребята. Ох ты, да вообще, Матвей такую девушку-то урвал. Династические братья. Это, блин, лучший... Так, тут я буду. Лучший дуэт в истории. Так, Франция, сейчас. Так, еще теперь улучшать отношения. Что я трачу? Что за дичь? Секунду, мне нужно вот. Вот так вот. Туго вас кашляет. А, Саня, третью скорость нельзя? Ну, не знаю. Ну, видишь, поставили. Ну, можно. Саня, зацени, отношения в плюс идут. О, это хорошо, я вижу. Ваня, улучшает отношения? С кем? Со мной. Я не выходит в третью, видишь. У тебя там ребят, минус 80. Ну это был просто лол. Чё такое? Обменяй индостан слил где-то 20к единичками. Просто единичками. Ну. Кидывал в единички. Вот успех. Ну индостан это кто? Индостан это новый игрок. А, понятно. О, так, нет, ну это, наверное, решение получается выпросил. Так, я пойду. Давай, вали, вали. Так, у меня содержание армии... А мы сразу перезашли, как этот вышел, как я вылетел? Да. Но. Ну, у меня сразу пауза ставится, сохранение и выход. Ну, просто мне искать фейлю бота или нет. В каком там году его выгнать можно? А, надо, чтобы наследник стал совершеннолетним сначала. А, да, где? Так, Ямато, сейчас снова в займу на иду. На маленьких островках, в это, в Карибах. Как? Ну, смысл тебе деньги тратить, если ты все равно не сможешь тут ни влияние, ни деньги получать. Ты только деньги зря потратишь сейчас. Все, спасибо. Ямато, слышишь? Да. Дай, пожалуйста, субсидий. Я еще не восстановил влияние. Я не знаю, где взять еще 20 лояльностей. У самого это баланс только семерка. У меня вот. Мне бы так жить. Я. Ну блин, знаешь, это для меня очень мало, потому что мне весь доход торговля приносила. Я очень серьезно вообще не знаю, где сейчас деньги взять. Знаешь, тебе смешно. Знаешь? Что? Ты как говоришь, типа, ну. Мне тут выскакивает ивент. Эрцгерцог, дипломат державы Британская Вест-Индия, действующий в провинции Вьен, был разоблачен во время попытки создать шпионскую сеть. Круто! Хорош. Да. Блин, наконец-то у этих аутистов хотя бы армия появляется. Окей. У кого армия появляется? У этих, у... Ты же видишь мои колонии? Нет, я же даже не союзник. А, я... Где? Где? Ты со мной улучшаешь отношения. Где мой первенец? Не понял. Ладно, пойду найду Сашу, где? Это... Да? Ну, чё, как там? Пау. Угу. Мне сказали, ты на меня обиделся. Не сказали, ты на меня обиделся. Да. Кто нас обоих дезинформирует? Меня дезинформирует Рашка. У тебя? Меня тоже. Пошли к нему разбираться. Ты, главное, швед, не бери провинции, которые в торговом узле Вена, и все. Ну, конечно. У меня, я так понимаю, внук родился только что у правителя. Поздравляю. На именины будешь звать? Не знаю, наверное, конечно. Давайте крестными отцами будете. Два? Да, вдвоем. Я крестная мать это буду. Я же Россия. Матушка. Хорошо. Да. У меня вот колония умирает. Не, объективно, швед, зачем тебе Моравия и вон... Будешь живиться. У тебя будет некрасивые границы, еще более некрасивые. А так, а нормально. Ну, понимаешь, я не перфекционист. Ратибор, вон, как раз, ну ничего, а тебе линия Ратибор и вот севернее не нравится, что ли? Такая здоровская.
чертовы ивенты, ты не победишь. Ладно, с тобой всегда проще. Ах, ладно. А ты за кого играешь? Кто у нас с нами тут сидит? Испугался. Саня, ты этот... Кого? Ведёшь армию ко мне? Сейчас. Кстати говоря... Так, надо так, о, кораблики. Сань, ты оставишь, да, эти две армии тут рядом со мной, ладно? Да, да. Окей, о, Вестфалия. Так, по, нет, так, ох, кстати, этот, на Равенсбург делает претензию, он садит Майнца, можно быть и гарант. Да. Оббирает меня по полной вообще, ворует престиж и благочестие, и все. Осталось просто 2 месяца уже. И у меня минус 5 доход. Замечательно. А что у тебя через 2 месяца случится? Война с Равенсбургом. О, нет, прямо сейчас можно, но все равно мне пока не восстановился. Ну, у тебя КБш нету, или будет? О, Вестфалия, шикардос. Знаешь, пошел подорвать, как раз. Так, сколько у тебя войск? 12, а тут сколько? О, коррупция уменьшилась до 7. Ого, что-то у тебя много так. Положительная стабильность, там 4. Жесть. Кстати, рекруты странные. Я вообще рекрутскую нанимаю, то вдруг наемников. Нет. А, Франция, зачем ты войска-то отвела? Я их объединить и лишних убрать. Ага. Блин, тут что ж тебе Швеция? Вот... Вот реально, он специально это делает. Да. Чем забрал? А я тебе говорил. Я ж тебе говорю, они не планировали спасать тебя. Или как-то содействовать. Нет, главное, знаешь, так клёво. Типа, Кёльн пускай типа забирает остальное. А главное фау не дать. Ну, хорошо. Ну да. Так, ты сколько я хотел? 18? 18 тебе хватит? Ну, мои 18 это как... Черджи тебе сразу сказал, что он будет тебе гадить, гадить. Потому что ты типа тупой. Все аргументировал, так сказать. А у тебя во враге все там стоят? Может поставишь, чтобы брак разорвался? Я... Он не разорвется с врагом же. Нет, можно развивать просто без потери статки, если ты враг. А, ну шведу кидай, с России лучше не ставить врага, а то вдруг там понадобится... Да Россия такой же, как Швед, они вместе же. Ну это понятно, в той войне-то Россия воевала. Ну, а этот, ты знаешь, что этот... У нее разорвалось то, что Москва ввела войска. И это на видео видно и в жарке, и в фау. Я видел, что он там что-то осаждал, но... Да, он уже почти захватило и ушло. По-моему, они обсуждают возможность сейчас, короче, стать императором кому-то из них. Я не помню, что лига не появляется. Так, что за... Подожди, повысить престиж? А, у нас нету этих, нет, у нас есть... Достиг братьев. Надо убирать этого. А, кого? Никого, тогда не пойму, что нету лиги. Сейчас, секундочку. Это я, чтобы этот, Динбрак разорвать. Равенсбург. Если что. Аудбург. Динбрак разрывается, короче, да. Без потери стабильности и всего. А что ты не сказал-то? Из Альцбурга. А, не знаю, что-то не подумал сразу. Молодец. Короче, эти мини-государства тоже могут стать. Ладно, короче, давай, пойду минорчик впилить последний. Так, Сань, готов? Готов. Так, подведи, пожалуйста, в Тироль. А на Равенсбург? Сейчас. А еще лучше подведи даже не в Тироль, а в Вюртемберг, потому что с Тиролем-то я разберусь, я думаю. Вюртемберг, а это дальше. Так, у кого союз у Майнца? Равенсбург. Смысла галочку нет. Сань, ты хочешь Майнц полностью взять? Я не все возьму, нет. Я возьму... А что так быстро король Вестфалии умер? Жалко, ну, жалко. Сейчас снова сделаем брак. Я возьму этот, ближайший ко мне 4 бровки, а Трир, который не в моем этом, не в моей области, они у тебя... Ну, зависят. А позвать? Ща. Я, ну, ты пока не перешел в этот. Да какая разница? Я бы, наоборот, лучше по армии шатнул чуть-чуть. Ну вы договоритесь как-то лучше.
Что договорились, с кем? Ну, с Кёльном вы договоритесь по Майнцу лучше. Что-то как-то некрасиво так просто брать. Кёнь, слышишь? Ну, она как-то более организована. Кёнь, тут нет? Ну, я тут, да. Я возьму, которая ближайшая ко мне, этот, область, там, где Пфальц, а тебе вторая. Саня, ты там плывешь? Так, а что я делаю? Ну, сейчас приплыву. Хорошо. Я отправил уже, которые должны плыть. Видишь, внизу не стоят. Лиги образовались. Надо это порешать. Не вовремя начали войну. А вы уже начали? Эти не мои дипломаты. Предложи мне базирование людей и флота. Что такое? Открыть границу, в смысле? Да. Что такое? Доставить проход. Что такое поддержать печатный пресс? Что это такое? Это что типа это такое? Распространение института, наверное. И... Ты же основатель. Ну там не пишет, что будет вредно? Не, я лучше просто снижу скорость распространения немножко. Да зачем? Ты что? А один хрен он меняет этот институт. Ну так он распространяется будет медленнее. Это кошка? Да, это кошка. Я думал, это... Это люди, ты просто их там держишь в подвале? Это людей в подвале. Нет, я думал, это какой-нибудь будильник там. Типа, ау. Нет, это сумасшедшая кошка. Блин, я думаю, почему не могу предложить базирование? Я предлагаю в Испании. Ну, отказывает. Меня мать состоит. Нет, я просто не могу предложить, потому что мой соперник, наверное. Нет, можешь предлагать все такое? Ой, блин. Блин, где взять быстро деньги, ребят? И без СМС желательно. Да, ну, сословие бери. Ага, знаешь, какой у меня доход? 32. Ну, у сословий брать бесполезно. Ну, пусть тебе Кёльн кинет субсидии. Кёльнс на меня обиделся. Ну, Англия. Вообще, как бы мы с Кёльном договаривались, что этот торговый узел Вена будет моим, соответственно, я не забираю туда Прагу. Я такой думаю, ну ладно, сразу подпишу мир с Богемией, типа тогда. Все равно мне Кёльн отдаст, и хрен там. Ну вот видишь, я слишком добрый для такого. Для сетевых партий. Да. Ты, да. Вот я когда играл за Австрию в этой, как это называется, стратегийной партии, я за каждую провинцию со всех членов СРИ захваченную брал 10 монет умножить на количество развития в золоте, чтобы они не получали незаконных земель. Просто они меня бы по лицу надавали бы за такое. Вот я говорю, они вначале возмущались, да, такие, мы изберем нового императора, все такое. Начать. Вот, я им как накидал, там на них половина СРИПа нападала, по 10 беспорядков они получили. Вот. Еще до того, как они сумели кого-то переизбрать. И они сразу же решили, что да не, и там вот. Так, а я тут не прохода все равно не вижу, как я тут пройду. А, ну ты иди пешочком. А как? Я не редко этого исследователя. Блин, ну ты не можешь в соседнюю провинцию перейти, что ли? Нет. Блин. Только вот к Англии могу ходить. А почему к Англии можешь? А что я это вижу? А тебя-то за нее вижу. А карту, ну, давай, я тебе продам. Вот. Сейчас попросить карту, это я могу. Ну давай. О, я теряю великую державу. Я в войне. С какого фига? Сейчас уже закончим. Да, там уже он 7%. Потом сразу будем воевать с Аусбургом и Мемингом. Не, нам с Испанией повоевать надо. Ну, без проблем. Хочешь тоже повоевать? Нет, пока еще нет. Я и так в минус иду, Лизой. Ну, так, как думаете, ребят, там? Сейчас Неаполь ждать хочешь, например? И копить на новые, на новые технологии? Или о, добивать последние идеи? Нифига себе, генерал 4-4-5-3 появится. Так, и Япония здесь? Фига. Извиняюсь. Сань, ты слышал? 4-4-5-3, генерал. Да, да, топ. Все, кто же спорит. Еще по сотке очков дали. Офигенный ивент. О, агрессивность студентов уменьшится. А у жабы что? А чё? Да зовёт жабу. А, это клёво, наверное, выкинуть надо. Ой. Комнату. Я, короче, как всегда, не очень умный, но это такое. Это такую дичь просто дипломатами твою. Я не привык к этому в
Одиночный? О, хорош. Да кого у нас? И поэтому делаю какую-то дичь. Блин, у меня прям ивенты шикарные, сыпятся и сыпятся. Так, Сань, тебе дать нормального генерала на осаду? А там плохой стрелять? У тебя вообще нет генерала на осаде. А, я его увел к этим ребятам. А, тут все уже. Ну да. Надо забрать землю дворян. 07, 09, 09. Так, вообще мне имеет сейчас смысл армию держать содержанием? Мне кажется, нет. Я вот честно держу. Всю войну. Ой, это не имеет твоей жизни. Так, а через 20 тысяч в Африке. Мы будем с Испанией Глеб, воевать. С тобой. Да с Испанией мы воевать будем, алё. Что, не видишь, у меня возле Испании готовится? Ага, сейчас. Ой. А можно как-нибудь в Венгрии забрать профку, скажите мне? Нет. В Венгрии нет, вряд ли. Блин, ну как мне нужны деньги, это просто дичь. А ты можешь у Унии потребовать денег, кстати. Я это могу, но у меня тогда эта Уния получит желание свободы миллион. А у тебя перемирие с ней все равно. С кем? С Унией. Она не сможет захотеть независимость. Да, кстати, улучшать отношения с ней, это самое главное. Не, ну там всего лишь 150, тут маловато. Фала, сколько у тебя дипломатов? У меня один сейчас. А, кайф. А, в смысле, дипломатов нет, у меня два, но сейчас рабочий один. Сань, передай, пожалуйста, провинции. Так, а как вот ты говоришь? Файнс и майнс. Файн? Ладно, стой. Кен, ты же согласен или нет? Ну, хотя пофиг. Ну, то что я могу сделать? О, еще 200 монет можно стыбить. Вообще, мне кажется, это неправильно. Там а по этим там? Регионам. Я по регионам как раз посмотрю. Таня, как ты собрался идти тогда ко мне? Или а ты во время регион... войны а, ну да. Пройти? Кстати, ну, я вот Кёнь, слышишь? И у нас перемирие. Я могу не брать майнс. Я сейчас готовлю людей. Ну, вот как бы... Мне было бы хорошо так. Но как бы он в, ну, он в этом, в регионе. Так, что там с отношениями? Имею в виду, так, что провинция моя. Разница какая? Да. Они улучшили, кстати, отношения с Испанией. Уже осман может сольется. Повоюем, значит. А мы не сольемся? Не. Я же буду серьезно воевать. Что-то какая-то не очень. Сколько у меня БД вот сейчас? БД 3.5. Офигеть просто. Вот, опять с Исманом хотите воевать? У тебя сколько БД стоит? У меня пятерочка. Ну вот, и что я там буду ловить? Так, точно надо перед войной убрать проходы с этими всякими западными соседями. Чтобы ко мне не пришли пехом. Кстати, они через Тунис, наверное, смогут пройти. Ой, мне даже денежек отвалило. Как я люблю выплачивать займы. Что, я не все выплатил? Займ... Я ж только все мог выплатить. Как это? Капец. Ну, у меня снова займы набрались. Сколько я плачу? Ну, что ты там займы берешь, а? А что я не могу пробку перекрестить? А, она сама перекрещается. В каком году? 68-го. Так, Фал, ты там еще будешь воевать? Тебе надо еще помощь? А, ну, я еще собираюсь повоевать с Аугсбургом и Мемингемом. Ну, по отдельности, ты же их сам завалишь. Ну, по отдельности завалю, да. Ну, все, тогда я отменяю проход. Чтобы османы ко мне не пришли. Почему портовые сборы с Францией рубль 40, а я и плачу 2 рубля за портовые сборы? Там уже так лучше. Я получаю 2 рубля, плачу меньше. Не знаю, чипы. А кстати, Сань, можешь на чит? Один месяц мне дать максимальные субсидии, чтобы я взял у торговцев деньги? Да, просто. А все субсидии у меня нет? И вообще, смысле, кто-то... У меня еще полно денег. Именно субсидиями. Ага. А это мы не запретили этот эксплойт, нет? Нет. Нет. Тогда нужно всех остальных попросить тоже. Кёнь, сделаешь то же самое и с Ангой? Что? Я все деньги так отдаю. Да, он не сможет больше переправить. А кому он? Я сделаю. Ну, скажи, когда. То вот, что? Тогда мы хотим долю. Ну, я скажу, сколько у меня будет. Это за долю я тоже могу что-нибудь дать. Ну, давайте. Видите, видишь, Фома, надо вот так людям идти. Тогда они сразу пойдут. Февраль, короче... Давайте вот февраль сейчас станет, следующий месяц. И сразу все кидаем, да?
Да. Я думаю, ну, то есть на видно будет видно на видео, сколько мне будет дохода. Я думаю, там я возьму 2 сотни максимум. Поделить сотню, да, даже дополнительную на вас всех, ну, как бы смотрите. Ну, ты просто не представишь, сколько сейчас тебе субсидии пришли. Вот, смотри, сейчас охренеешь, смотри, смотри. Оп. Оп. Паузу ставьте сразу. Чтобы лишние деньги не тратить. А, подождите, я только в следующем месяце могу, короче, это... взять вас. Ну, это следующий. У меня, конечно, развитие. Кидок вообще просто. А, не, не, что, а чё, я не знаю, как это работает. Ты можешь позвать или нет? Ты, меня Швеция погнала уже. Так что я все равно не великий. Фау, когда ты там возьмешь? А, нет, это я 8-й. Чего? Ты возьмешь это что-то? Ну, я пока не получил от вас дохода. А, я там вообще, золото подкачал. А, это да, да. Паша, вторую. Я не заметил. Как свергнуть... Это Кёльн из великих держав, качнуть золото. Ну тогда какие-нибудь себе уже 50. Блин, я тоже сейчас буду качать золото просто в небо. Так, мне надо тироль больше качать. Там рудники осыпятся, такой раскачать. Фал, ты знаешь, что у меня минус 35 в месяц? Сейчас, вот сейчас месяц пройдет, и все будет хорошо. Ты понимаешь, что ты должен как минимум 35 возместить? Сейчас увидим, сколько я возмещу. Пауза. Ты что? Проверим заодно эксплойт. 427, хорошо. 50-ку каждому дам. Да, нормально. Ничто. Все, взял? Я могу купить институт. Найс. Да давай, отжимай паузу. Да. Покупать институт, как думаете? Или пока подождать? Нет, лучше подожди, он сам принимается. Он сам принимается, а деньги... Сейчас, я сфабрикую претензии. Отменяйте эти, да, вот. Хотя, конечно, это были неплохие эти. Ага, неплохие. А я же тебе говорю. Неплохие субсидии. Ну чё, Саня, ты кидаешь монету? Сейчас, да, я сфабрикую претензию, сейчас. А то я плачу. Я жду просто еще этот... Претензию жду, пока последний. Эй, Саня, мои субсидии кончились. Эта партия, ее можно назвать так. Влияние горожан, точнее лояльность, всегда в минусе. Это вот общее есть у всех. Кто-то может процветать, кто-то нет. Но у всех влияние, лояльность, точнее, горожан, у всех в диком минусе. Ну что поделать? Меня, кстати, этот папа больше не транслирует, поэтому таким образом десятку у тебя все равно. Вестфалию создали. А папская область снова ушла под под османа, смотрите. Этот, Дима, убери с папы этой субсидии, он же теперь вражеский пёсик. А, он тебя не субсидирует? Ну да, он же вражеский пёсик. Лучше мне это субсидировать. Вы ему сколько времени? Вы ему... А, он всё моголам отдаёт. Вы ему 4 года отдавали только денег? Хорошо бы мне теперь кто-нибудь деньги вот отдал. Вот это, видишь, сейчас мне выпал вент, связанный с этими, с городами. Витя, спеши с папой 500 монет. Что там с Нидерландами-то? Неправильно распоряжался. Да, он... В январе. Он должен был Франции отдавать субсидии. А он их сразу отменил. Нет, он их отдавал моголам. Не, он сразу в начале катки отменил вообще. Ну, он их моголам отдавал. Мне, блин, дайте кто-нибудь субсидии. Что там с вами, Рик? Без субсидий жизнь не мила. Подготовимся. За кого вступаться? Хочешь побывать с Испанией, Панк? За протестантин вступиться? Ой, точно, в лигу войти надо. Так, Фал, мы с тобой за протестантов. Да. Я теперь я делаю лиги, сейчас начну против Испании. О, сейчас пойду. Войну лиги против Испании? Да. Она за католиков стала? Да, а я лидер этих. Она же император. А, ну круто, все, пилим. Быстрее только давай. Сейчас скажешь, кто в лиге, а то я не вижу. О, как раз отношения попнутся. Блин, зачем я вошел в эту лигу? Сейчас вот, же опять война будет. Ребят, ё-моё. Вот видите, да, лига за протестантизм? Ну. Смотрите? Ну да. Вы вот внимательно смотрите? Витя, Витя, посмотри на финского монстра. Я нет, ну, лиги, потому что они Витя. Христианин. Витя. Да. Посмотри на финского монстра, трёхзвёздочный. Сейчас как гляну. Шумно-то. Ребят, как выйти из лиги? Никак. А никак, еще раз, можешь выйти все. Еще раз нажимаешь на ту лигу, нет, которую ты выиграл. Нет, только лет через 10 можно. Нет, да, через год. Через 5. Да. Там на кнопке написано. Ой, минус 0.14, круто. Дима, ну что? Что? Наш план будем делать? Какой план? Ну, который тот самый. А, блин, да это поздно уже. Мы сейчас воюем с Испанией.
Ты если сам нападешь, можешь, в смысле, если... Ребят, если что, я не в лиге, я хочу выйти по белому миру. Меня окей. заставили. Хорошо. Не, ладно, меня не заставили, но я просто не подумал. Я хочу играть. Ребят, я не буду в это войне воевать. Я только что получил врага, у меня нету рекрутов. А Ваня почему-то до сих пор не улучшает отношения. Ну, я тебе сколько если лет ты назад сказал? Ты, этот, знаешь, что фишка? Ты не можешь отказаться от этой войны. Ну я могу из нее выйти, по-моему. Нет, выйти можешь. Выйти можешь, выйти можешь по белому, да. Вот. Что? Я тебе сколько лет назад сказал улучшить отношения? У меня все дипломаты были заняты, я улучшал, сейчас начну улучшать. Англия, вступай в лигу. Вступай в лигу за протестантов. А то потом бонус не получишь. Лигу выдающихся джентльменов. Так, СНГ, я тебя не могу больше так спонсировать. Я тоже пойду. Смысле, не я в минус 10 ухожу. Меня кто-нибудь спонсируйте. Ну, возьми Дань кого-нибудь. Ребят, у меня коррупция... А, я же это, Англия закончилась. Коррупция субсидии. 10 просто, понимаете? 11. Ну, вот. Потихоньку выплачиваю. Этот... Да, да, я понял. И я ухожу в минус. О, кто-то тоже крестится. Кидай, а, о, это, Россия это, вступила могут за... на тебя появлять за 170 так, лет. Да, Испания. Но за 175 чего? Получается. Так, Испания тут? Нет, где Испания? Нет. А кто он? Тоже вступайте, пожалуйста. Да, а, Испания, слышишь? Я поговорил сейчас с Тортиком, Тортик все нормально. Если будет война, то я в этой войне не участвую. Я выхожу по белому миру. Да можешь в нашу лигу ходить, давай проходим. А я не могу сменить до пятого, я вообще не хочу в лигах участвовать. Католики должны выиграть. Я слишком маленький, короче. Я папа не великая держава, так что мне там делать нечего. Папа должен править миром. Ну, Никита, кстати, которого все... хотели все распилить, сейчас... Кстати говоря, пап, будет война. Слышишь? Нет. Венецию. Что? Что Венецию? Дай, пожалуйста, Венецию. Все равно ты с нее не получаешь дохода. Хрен тебе. Блин, Никита, я тебя взял в СРИ, я помогал тебе, ты я давай. Я тебя спас от войны и потерял больше, чем ты, и ты мне сейчас что-то говоришь. Почему нет? Я потерял 3 профки. Я тоже потерял 3 профки. Ну вот. Ну. Блин, ну, Никит, это с самого начала было очевидно, что если мы воюем, то мы что-то не можем потерять. Я, ну, конечно, я переживаю за тебя, если бы в следующей войне что-то можно было вернуть, я бы вернул бы это тебе. Так, тут что-то у нас некоторые левые люди сидят, да? Или все, ок, пока. Я просто хотел важную инфу сказать. Жаба был левый. Дай мне ход. Фаус, напади на кого-то, если ты будешь в войне, тебя не призовут. Саня, Саня. Да. Скорость, здесь поставь. А, секунду. Сколько, ага, сколько тебе нужно времени для нападения на Испанию? Сейчас не объявляй войну, я... Денёк. А можно один? Сейчас, секунду, поставь паузу. Потому что Россия... Нет, в смысле, не поставь паузу, подожди еще вот месяц, короче. Через месяц я буду в войне. С минорчиками. Ох, люблю минорчики. У меня генерал под шока. Где это? Вот так, если кому интересно. Сейчас вот месяц закончится, я объявлю войну. А у кого в союзниках Нюрнберг? Богемия и Зальцбург? Блин, слушай, Саня, а ты не можешь в войну вступить со мной и одновременно, ну, в смысле, дать мне хотя бы кондотьяров, там, что-нибудь такое? Или ты будешь на все на полную воевать? Ну, ладно. Логично. Он ушел. Да мне, короче, это... Мне просто не хватит денег, чтобы разбить сразу всех, с кем я потенциально могу воевать. Кёльна, а может ты мне дашь кондотьеров? Так мы что, воевать будем, блин? Но это ненадолго. Да что, ненадолго воевать или... Мне что? Одну битву выиграть и все. Тебе с кем? А, с Богемией и Зальцбургом. Ну, блин, я тебе 5000 кондотеров. Давай, давай. Крайняя личная необходимость, все верно. Так, все, тогда... Ну ладно, поехали. Кирилл, сейчас.
Подожди, она даже не вступилась. Один хрен. А сколько там? Ты бесплатно, да, мне их кинул? Спасибо. Ну, я за традициями. Ну, давай, да. А куда отступает? Кино знает, куда не отступает. Ладно. Догоняем. Или не догоняем, ничего себе, я не могу их догнать. Они куда-то ко мне отступают, похоже. Да нет, они, видимо, к Богемии отступают. О, Богемия вступилась, отлично. Так, тут секретные переговоры? Какие переговоры? Никаких переговоров нет. Так, значит, ну что, ты в войне? Окей. А чё, Рашка? Так, а мне с тобой есть право прохода? Да, надо поубирать право прохода. А, так, я наоборот попросил Кёльна. Саня. Сейчас, я убираю право прохода все. Понимаешь, что западные. Сейчас этот могол разорвал проход? В смысле, я знаю. Я же говорю. И Россия против нас будет. Да. Так вот, я же пытаюсь себе заручиться новой поддержкой. За кого ты? Вестфалия. А чё, Кёльн не хочет воевать, что ли? А, это Кёльн? Так, ой, я не там убрал, прости, все перепутал. Так, ну и все. Ты готов, если что, Висфалия? Вот это я пришел спросить. Конечно. Пока мы против нас не в Швеции. Только, когда БДВ вот, так я готов. Поднимай. Хорошо. На тебя придет Россия. Он не хочет с Россией договориться как-то? Сань. В смысле с Россией договориться? Она не выйдет никак из Лиги. А что, пусть она Белый мир попишет. Так, знаете, ну, я кину его мир, но, насколько я понимаю, он затих. Они хотят просто пилить этого Австрию с Османом пополам. Подожди, пошли этот в отдельный вообще. Вен. Да, он шел, а. Фон, ну я, короче, верну тогда кондотеров, да? Тебе нашел больше? Ну, я что, армия? Да, вроде нет. Нормально шел. А, блин, они не скоро только могут вернуться. А, по-моему, блин. Ты с нами сможешь воевать, нет, разве? А, ну если ты вступишь в войну, нет, наверное, могу. Нет, я не буду. Но если, по крайней мере, меня автоматом не затянет, то нет, я не вступлю. Вот, все автоматом затянет. Ну, Саш же сказал, что если я буду в войне, то типа не затянет. А, ну, фиг знает. О, с нами Брабант. Успех и Богемия. И Зальцбург. Слышь, хватит любить Зальцбург, он нам нужен против Османа. Блин, опять эти бешеные просто дворяне. Чего у них так много влияния? Ну-ка, где там Саня-то бегает? Можно быть против одного... Чего, скоро нападете уже? Только мы вот думаем, как... Ну давай ты нападай на Испанию. Хорошо, если чё, все равно нападай на Испанию. Если что, нападёшь на папу ещё. Ох, если мне сейчас нулем рекрутов призовёт войну, это будет такой эпик. Тебя и призовёт, с чего вдруг тебя не призовёт? Ну, вообще-то нет, если ты в войне, тебя в войну лик не зовут. А ты точно не хочешь? А, у тебя ноль рекрутов, ладно. У меня ноль рекрутов, чувак, у меня просто минусовой доход. А если Османова войну в какую-то втянуть? Все равно. Аня, он сейчас и вступится. Саша, Саша, кто там идёт? Я не виноват. Я не виноват. Ну что, Аня, извините. Всё, начинаем. Чё, Австрия нет, это ты говорил. Кондотьеров. Чё тут знать, кто воюет? Ну, ты меня не призвал, кстати. Фал. Я могу, сейчас призову. Чего? Убей чуваков, которые бьют моих кондотьеров. А где они? Я их не вижу.
А, не шотнули меня. Онлайн все эти поди. Сейчас, подожди, я тебя, короче... Сань, пусть... мне выходить из войны или пока что оставаться? Нет! Можешь оставаться, если ты выйдешь раньше, ты не получишь бонус. А, кстати, этот, Ваня, купируй хотя бы там в Африке что-нибудь из. А расскажи, какой бонус? Слышишь? Скидка техам на военную традицию. Год. Сань, я к тебе иду, да? Да. Так, тебе нужно, Сань, Сань, секунду, тебе нужно базирование так. Флота? Саня, 20 тысяч у меня катается. Да он будет все время вставать толку. Валера, походи за армией Вестфалии. Этот, Саня, 20 тысяч в Африке тащи. А нет, Валера, садись на корабли и поплыли мы с Африки на подъем на Испанию. Да мне все протираем, что вы на меня налезли, все спрашивают что-то. А куда ты поплыл? Я не могу тут пройти, я сказал. Можешь отскринить потом на корабли? Да. В Испанию мы сможем затащить их. Там смотри сколько их. Там... Час на самом деле, а 14 минут. Я хочу с тобой сидеть, можешь меня с собой вместе таскать? Могу. Так, ребят, похоже. А я не в войне, поэтому меня можно. Хорошо. И типа я сегодня никому ничего не расскажу, потому что это будет на видео видно. Лучше сразу выходите, как будет время, хорошо. Вливайте пока. Хорошо. Угу. Тогда пошли фал выше. Ну, России там нету. А, минус один, нормально. Видите, я так понимаю, уже нету. Смысла говорить со мной о моих потерях уже не имеет. А почему Австрия не участвует? Не, ну как? Мне? Потому что у меня ноль рекордов, и у меня деньги в минус идут. И бедствие подступает. Я без денег ничего не могу. Хорошо. Может, блядь. Почему нету? Есть смысл. Как бы у тебя такая ситуация, что ты пережил сколько? Длительное время под 20 усталости, потерял Венгрию, приобрел Венгрию, почти отдал Осману провинции для перемирия, но из-за того, что он отказался, не отдал в результате ничего. То есть почему? Ты выиграл и проиграл много. Я отдал ему 3 провинции. Но это Милану ты отдал, да, не да. Осман. И я ж так понял, по переговорам вы же обсуждали, ты хотел ему отдать Босния, это самое, да? А он хотел взять себе с Венгрии провинции. Из-за того, что он настоял... Это уже другая война. Это... Ну да. Война против Венгрии. Да, да. Но на самом деле он мне немножко расстроил планы. Да, он не получил ничего. Он мне расстроил планы, потому что я хотел забрать себе провинцию, которая называется Жепес. Да не подумают никто ничего плохого, которая находится в Венгрии, недалеко от границы с Россией, там вот золото производится. А, то есть кроме того, что унию взять, ты хотел еще и провинцию забрать, да, в Венгрии. И не одну, а в итоге получилось только уния. А на сколько счета уния получилось? 60. 60. То есть Осман послал тебе перемирие, и Венгрия тебе как раз перемирие было. Не, я предложил Венгрии перемирие сам. Ну просто я у нее оккупировал столицу, а когда столицу оккупируешь, там бот, ну, более сговорчивый, чем когда просто обычные крепости оккупируешь. А, подожди, ты предложил Венгрии перемирие. Я просто пытаюсь восстановить цепочку событий. То есть Осман должен был договариваться с Венгрией, чтобы забрать провинцию. Да, да, да. Он уже почти все осадил, по-моему, даже все осадил. Не, по какое все? Он осадил только восточную часть. Он осадил 3 провинции, и причем в последней провинции, там вот где этот, Марамарас, там у Венгрии бой давал постоянно. Ну там же ж вроде какую-то часть провинции осадил Милан. Я видел, что территория была оккупирована. А, это ты оккупировал? Я все Бельгию оккупировал. А. Вообще не знаю, нафига мне это Венгрия, потому что это такой придаток, который будет просто в следующей войне с Османом, ну знаешь, тянуть на себя. Ну, силы тянуть, и... но согласись, Венгрия тебя очень сильно защищает. Да, 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 поэтому. По территориальному принципу. И по территориальному, и все-таки ты с ней весомее, чем без нее. На самом деле, я бы вот обменял бы всю эту Венгрию на провки, короче, вот, соединяющие мои провинции, да, южные, и вот венский узел. Всю Рагузу я реально мог бы отдать Осману, например. Угу. Если бы, конечно, это, ну, знаешь, типа, давай я тебе отдам, мы больше не воюем вообще. Это... Ну да, если бы такое было заключено. Мне даже в какой-то момент показалось, что Милан, ну, на самом деле, вот этот раскормыш, который вышел из него, что это какой-то далеко идущий стратегический план Франции, что у Франции есть договоренность с Миланом. Ну, по факту война-то закончилась, как бы Осман... Не, не мешаешь. Осман вроде как получил то, что хотел для Милана, но то, что хотел для себя, не получил.
И такое создается впечатление, будто Османа использовали для того, чтобы вернуть Милан в состояние наказать папу. Ты же знаешь, что они уже договорились, Франция с Османом, что они будут делать в конце партии. Ну, я всех этих подробностей, увы, не знаю. Воевать на миллион человек с обеих сторон в Риме. Это если и Франция, и Осман к тому моменту сохранят гегемонию. Хотя, конечно, в этом трудно понимать. А кто помешает вопрос? Ну, вот это зависит от остальных игроков партии. Довольно смешно, что Богемию затянуло, кстати говоря, в войну лиг, а меня нет. Интересно, может, как это лучше работает. Не, как это работает. Не, я не хотел воевать, потому что, ну ведь посмотри, у меня казна в минус идет. Страна, которая воюет с Аишком в это время, она не вступается. Это по механике игры. Ты воевал, да, с Аишком, и поэтому тебя не взяли. Да. Понятно. Но все равно прикольно получилось. В любом случае, да, как говорится, ты пережил под сапогом вот этих всех армий, моголо-османских. Ты представляешь, сколько мне теперь нужно строить богадельня для сирот и вдов? Экономика Австрии такого не потянет. Россия потеряла больше всех войн в этом войне, так что надо. Ну, в России имеет территории, где можно хоронить и распределять. Вы сейчас смеетесь, а сейчас, между прочим, Россия объединилась... Так, что делает вербовщик этот, кстати говоря, советник? Катя, России скоро перезаход? Да, да. Я точно скажу, перезаход через 8 минут. Так вот, Россия, ты сейчас вместе с Османом воюешь против Западного блока. В итоге Осман еще сильнее становится. Я это знаю. Но я так понимаю, Франция рассчитывает победить в этой войне. А единственные, кому это может быть интересно, а именно Шведы и Испания, кстати говоря, Шведы не участвуют. Не, швед бьет в оставашки, потому что он перекрестился. Так что он. А что ты союз со мной расторг вообще? Кто? Ты. Ну, знаешь, мало ли, просто потерять 25 престижа не хотел. Ты расторг со мной союз. А, в смысле, я тебя могу призвать. Давай сейчас это по-быстренькому улучшим отношения. Так я и так улучшаю с тобой. Отлично. У меня квест. Я тоже. Тогда это сделаю. Я сделаю это. Не знаю, я думаю, Швеция красава, лучше. Смотри, как разрослась. Прям Швеция обиделась на меня. За что? За все, не знаю. За у нас, плохую игру, у нас, скажем так. У нас просто такая замечательная была эта перепалка на несколько чатов. Она перетекала плавно, потом еще по другим людям растеклась. Где швед меня обвиняет в том, что я своей игрой создал плохие условия для Швеции. А-а-а. Ну, Швед, в принципе, молодец, он так развивается, ему никто не препятствует. Вот как вымахал-то, дошел до этого, до Праги. Ну да. Ох ты, сейчас тут такая битва классная. Я посмотрю, где это? Кафилальте. 130 тысяч с одной стороны, и практически 100 будет с другой стороны, когда все дойдут. Трехзвездочный генерал, Нидерланды воюют. А что, Нидерланды не это, не... Не в империи? Или в империи? Ну-ка. Ты имеешь в виду в Сри они или нет? Да, а чё бы мне войти в Сри-то? Будет еще одним этим курфюрстом, когда разрешат протестантизм. Реберсон, а ты вылетел? Да. Ужасно. А за что эти католики воюют, чтобы запретить протестантизм? Там можно вообще Вестфальский мир сделать, чтобы любая религия была. А что католики потеряют в случае, если будет Вестфальский мир? Ничего. Любые религии могут быть этими императорами, но в Сри все равно идет дыба за еретиков. То есть такая вот механика игры. Угу. Ладно, Реберсон, мы ждем тебя. Ох, чья денежка должна немножко прибавиться. Прибавиться ведь? Прибавиться, давай, прибавляй денежку. Нет, пока не видно, ладно. Так пользуйтесь схемой.
А Пау, мы попытались воспользоваться схемой. Мы попытались воспользоваться. В чем проблема была? Ну, ребята же просто так не хотят, и они же тем более деньги большие тратят. Поэтому я вот раздаю обратно деньги, которые получил. Ну, согласен, мне, конечно, плюсик привалило, но... Тут нужно просто всем по кругу это сделать, тогда это имеет смысл. А если один сделает, кто ему раздаст, что потеряли другие ребята, то это почти не имеет смысла. Ну вот тут по 50 субсидий перекатывают, по 1500 снимают. Фига что себе, такое? Ну мажоры. А скажи, сколько дисциплина у Эфиопии? Ха-ха, кто ж Эфиоп тебе скажет, там... напасть хочешь? А Эфиоп там... А, Эфиоп не воюет. А Эфиоп, между прочим, больше всех императором хотел стать. А сам не воюет. Ладно, пора устроить перезаход Московии. Да нет, вдруг там что сделает неприятного, плохого. Хорошо, поползли вниз. Витя, я вылетел. А, слушай, Нидерланды, это ты? Это ты? Нидерланды? И он ливнул опять. Нет, Никита, ладно. А, Нидерланды, Москва. Слушайте. Она у меня не показана. Она в игре. Видите? Мне не показана. Не, ну у нее игра. Перезаходим? Ну вообще ладно. Не из-за нее, а потому что уже час подошел. Ну ладно. Подоспел. Кстати говоря, Нидерланды, ты будешь сходить в СРИ? Нет. Оу. Так. Мне бы... Ты думаешь, ну, мы выходим, да, перезаходим. Я думаю, что будет прикольно, если... Тот, кто станет императором, будет получать больше дохода с большего количества князей.